Приветствую, друзья! Сегодня у меня тут радостное событие. Сегодня получил посылку. Вот такую вот. Из Москвы. Ну, короткая предыстория. Я уже как-то выигрывал в конкурсе репостов. Старые мои подписчики и зрители уже знают. Пару раз, наверное, последний раз выигрывал. Где-то год назад, наверное, может больше. Ну и вот, сделал я репост и потом... Уже и забыл, потом посмотрел случайно вечером. Смотрю, я выиграл. Давайте посмотрим, что. Сейчас я за кадром все распакую и покажу. Ну вот, друзья. Вскрываем посылку. Как мы видим, это BMD 2 плюс еще дополнение, а именно наборные траки металлические, уже собранные в гусеничные ленты. BMD 2 я ни разу не собирал, вообще фирму Панду не собирал. Попробую собрать хоть раз. Обзор на модель делать не буду, думаю, все уже прекрасно знают, что это за модель. Выиграл я этот приз от интернет-магазина Лейб Компания. Находится он в Москве. У них как существует розничный магазин, так и интернет-магазин. Вот они выпускают также вот дополнение к моделям. Наборные траки, точеные стволы. Причем траки собраны все в гусеничные ленты. Их, как говорят, можно использовать в радиоуправляемых моделях. Видел, что люди делают радиоуправляемые модели в 35-м масштабе, переделывают, усовершенствуют. Ну, давайте я вскрою вот эту пленку. Сейчас посмотрим. Так. Модель BMD с хостером. Ну и вот дополнение. Гусеничные ленты металлические. Обзор на BMD делать не буду. Все уже прекрасно знают, что он из себя представляет. Думаю, многие собирали BMD. Также выпускают BMD 1. Так, и вот такие вот гусеничные ленты у нас. Причем собраны. Кстати, вот здесь вот кое-где пальцы металлические вылезли. Думаю, это не страшно. А вот еще один палец откуда-то. Ага. Один у нас палец вывалился. Это вот при транспортировке. Так. Ну вот по длине. Это, по-моему, недостающие звенья. Да, вот, кстати, вот здесь вот есть уже пальцы. Вот эти вот металлические. А вот здесь, вот, видно, один вылетел у нас. Да. Вот отсюда. Ну, давайте вот эту собирать пока не буду. И давайте их подробно рассмотрим. Все знают, что есть также еще металлические
наборные траки от мастер-клаба, но там единственный недостаток, что их надо собирать на полупальцах. И для радиоуправляемых моделей они вряд ли подойдут. Да, и после сборки, после чернения надо окрашивать вот эти торчащие полупальцы. Я считаю это недостатком. Ну, вот здесь вот посмотрите, сделаю подробные фотографии. Ну вот, сравнивать у меня металлических траков BMD нету. Но давайте вот сравним вот с этими. Вот здесь вот идет 4 литниковые рамки. И давайте на примере одной посмотрим. Здесь вот их надо собирать. Вот каждый трак дан отдельно. Надо вклеивать в каждый трак вот этот гребень. Видите, здесь нету. Вот внешняя сторона трака. Давайте сравним с металлическими. Рельеф. Конечно, такие траки на БМД собирать это, наверное, большая проблема. Да и вот, посмотрите хорошо, как. Или какой здесь рельеф идет на траках от БМД. Как он выражен. Да, и металлические траки гораздо лучше. Или здесь. Вот видите как. Дан весьма условно. Вот в чем преимущество металлических траков. Ну, с такими вот, конечно, от панды. Это собирать надо огромную усидчивость иметь. Потому что траки довольно-таки маленькие. Это не от КВ или от ИСА, где здоровенные траки. Еще плюс склеивать гребни. Это еще то, наверное, увлечение не на один вечер. Потому что каждый надо зачищать, 4 питателя дано. Ну что ж, спасибо интернет-магазину Леп-компания за такой отличный приз. Не знаю, как они чернятся, но внешний вид радует. И вот даны вот здесь вот углубления, где находятся гребни. Я думаю, все прекрасно. Будем собирать и посмотрим. Ну что ж, я рад. Ну теперь коротко немного слов о вопросах, которые мне задают. Где новости, где что? Ну не получается у меня. Времени нет. Вообще тут не осталось. Не то что модели собирать, даже времени нет новости сделать. Хотя вроде бы там на пару часов, ну не на пару, часа 3 времени уходит. Но постараюсь все это восполнить. Вот сейчас скоро выйдут следующие уже новости за пару месяцев. Ну на этом все. Всем спасибо. До свидания.